Еще не везде растаял снег, а в Тверской области уже зафиксирован первый случай возгорания сухой травы. Сейчас в региональном управлении МЧС по Тверской области началась подготовка к наступлению пожароопасного периода. Прежде всего проводится профилактическая работа. Инспекторы Государственного пожарного надзора и волонтеры провели рейд в Калининском районе. Подробности прямо сейчас. С жителями Аввакумовского, Михайловского, Верхневолжского сельского поселения Калининского района сотрудники МЧС и волонтеры провели профилактическую работу. Жителям напомнили, к чему может привести неосторожное обращение с огнем. Напомнили о необходимости убирать сухую траву, листву и мусор. Информация, которая касается новых уже требований пожарной безопасности, в том числе предъявляемых именно к садовым некоммерческим товариществам. Сотрудники ведомства предупредили, что с 1 января 2021 года законодательство ужесточилось. Теперь сжигание мусора, травы, веток, разведение костров даже на приусадебной территории под запретом. А в случае, если от сжигания мусора или разведения костра огонь перекинется на лесной массив, тогда гражданам грозит уже уголовная ответственность. Необходимо на каждой территории, на каждом приусадебном участке иметь первичные средства пожаротушения. А к первичным средствам пожаротушения, напомню, относятся огнетушитель, небольшая емкость с водой, ящик с песком. Может также применяться и специальное полотно, которое называется кошма. В период проведения проверок сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы выявляется огромное количество нарушений. Отсутствие противопожарного водоснабжения. Я не открою секрет, если скажу, что успешное тушение возникшего пожара напрямую зависит от имеющихся на территории населенных пунктов, садовых товариществ исправного наружного противопожарного водоснабжения. Сотрудники МЧС напоминают, что в случае возникновения пожара необходимо сразу звонить по единому телефону службы спасения 112.